импорт DXF. Принцип здесь следующий. В AutoCAD или любой другой программе, которая поддерживает DXF, нужно создать круги в местах расположения пикселей. Круги соединить последовательно отрезками от начального к последующему. Причем именно отрезками, а не полилинией. В соответствии с этой последовательностью в Lightstream и будут выстроены пиксели. Сохраняем файл в DXF. Переходим в Lightstream и выбираем файл «Импорт». Импортируемый файл будет пропорционально вписан в существующее поле маппинга. Пропорцию или размер, чтобы пиксели на маппинге не слипались, подбираем опытным путем. Таким образом, довольно просто можно перенести пиксели из AutoCAD в Lightstream. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся. Пока.